Всем привет, друзья! Ну что, мои прошлые прогнозы зашли практически все, поэтому мы с компанией BadBoom решили устроить челлендж. Челлендж с Никитой. Этакая темная сторона против светлой. Бивис против Батхита, Чип против Дейла. Короче, ладно. На этой неделе я даю свои прогнозы, а Никита в четверг в прямом эфире подсчитывает, что у меня зашло, а что нет. В следующий раз Никита дает свои прогнозы и тоже подсчитывает их в прямом эфире. И мы сравним, кто из нас круче и кто из нас лучше шарит за футбол. Ну а вы получите какие-нибудь няшки в зависимости от того, кто из нас будет в этом соревновании побеждать. Вот так соревнуемся мы, а получаете няшки вы. Все подробности будут у Никиты в Телеграме. Ладно, короче, довольно демагогии. Это мой прогноз на четвертый тур Лиги Чемпионов. Погнали! И, естественно, начнем мы с Боруссии Ньюкасл. Ньюкасл обыграл в Кубке Англии Манчестер Юнайтед довольно уверенно. Ньюкасл обыграл в весьма скандальном матче Арсенал. Были там эти миллиметры или не было, значения особо не имеет. Ведь суть в главном. Ньюкасл стал действительно опасной фигурой. Они могут побеждать. А вот у Боруссии все ровно наоборот. Поражение от Баварии безальтернативно, без шансов. И при этом, что, наверное, даже еще хуже, оно показало слабость Боруссии. Ежели соперник мешает им играть в их любимый футбол, пиши пропало. Я думаю, что Ньюкасл забьет и в первом, и во втором тайме, и победит в этой встрече, обозначив отсутствие Боруссии, скорее всего, даже в Лиге Европы. Что касается Милана и ПСЖ, я знаю, друзья мои, в чем причина поражения Милана в прошлой игре. Там Никита матч комментировал, в этот раз он точно этого делать не будет, но вряд ли это Милан поможет. Вы видели последние игры, Ляо не забивает и Милан проигрывает, скукота смертная. И самое интересное, что это две игры двух абсолютно скучных команд. Милан не может ничего придумать, а ПСЖ возводит в абсолют подковную игру. Но это когда с фланга на защитника, защитник защитнику и снова на фланг. И это две скучные команды, которые будут решать между собой. Понятно, что Милан бросится в атаку, понятно, что Милан будет стараться что-либо сделать, потому что других вариантов у него нет. Но ПСЖ просто за счет того, что ему не нужно много придумывать, а Милан по-любому будет раскрываться, накажут их в контратаках. Не думаю, что голов здесь будет много, но Милан проиграет, и проиграет, скорее всего, в сухую. Еще вас мог напугать матч Барселоны с Реал Сосьедадом. А тут Шахтер, который будет стараться, и у которого это тоже последний шанс. Обычно, когда команды Хави проводят слабый матч, они собираются силами и демонстрируют, что нет, сил у них очень много. И вообще, все это было невероятная случайность. Я думаю, то же самое произойдет и в этой игре. Шахтер, безусловно, классная команда, имеющая опыт сопротивляться, но сейчас силы все-таки не равны. А Барселона после, еще раз повторюсь, невзрачной матчей в чемпионате Испании обычно отыгрывается в Лиге Чемпионов. Я думаю, что здесь будут забиты голы во втором тайме и тотал выше 2,5. Ну что, вот так вот мне видится сегодняшний игровой день. Завтра я тоже дам свои прогнозы на завтрашние матчи, а в четверг Никита подведет итог, что у меня зашло, а что нет, и я думаю, что он все-таки убедится в том, что я тоже шарю за футбол. Так что увидимся завтра, и как он там говорит... Люби эту игру.